just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу все самое лучшее в плане подготовки к бою и где вообще находиться и когда. Все, кроме скилла. Рубрика про чистый скилл, где мы будем разговаривать, что это вообще такое, без всяких уловок и хитростей. В скором времени новая такая рубрика появится. Это отдельно и чуть позже. А сейчас по поводу уловочек. Что это за уловки? Это лучшие танки, на которых сейчас играть можно, нужно и можно получать на них удовольствие. Лучшее время, когда можно поиграть. И лучший сервер, на котором тоже можно попробовать поиграть. Если все это вместе сложить, то можно даже иногда получать удовольствие от картошки, а не только терпеть ее. Порекомендую 5 танков, которые сейчас самые лучшие, на мой взгляд. Я особо про них сейчас рассказывать не буду, поскольку это займет много времени. Просто это все танки очень с классными пушками, с ДПМные, с хорошим пробитием, очень имбовые и сильные танки. Итак, начнем с немцев. Индиан ПЗ, очень сейчас сильный танк, апнутый, от башни, там разрывает на ДПМе тупо все. Е50, мой любимый танк, танк-снайпер, очень охрененный, единственное, что требует возить с собой много голды. Также может еще потанчить стежами, ну и пушка просто снайперская. Леопард ПТА, очень сильный танк, пушку ему переделали, дофига пробития, прям вообще тонна, сильно голды много не требует, пробитие альфа, скорость неимоверная, очень классный танк, если вы внимательно играете и не делаете ошибок. Также еще британский тяж 8 уровня, КРНР Вон, офигенный танк для ближнего боя, просто съедает своей ДПМной пушкой тупо все. Единственное, что на дальняк стрелять будет тяжело, потому что скорость полета снаряда небольшая, но в ближнем бою он тупо всех съедает и разрывает, если будете играть от рельефика или пользоваться ошибками врага и мясом, точнее союзниками. Поскольку у танка немного брони, то нужно применять скилл, который не у всех есть. И этот танк будет выкачать тяжелее всего из тех, которые я порекомендовал, поэтому его стоит качать в последнюю очередь. И тем более не нужно его качать, если вы новичок. Ну и последний танк, который я порекомендую, это Type 61. Это, наверное, какой-то такой вот тренажер для выпрямления рук. Офигенная пушка, хорошее пробитие, ДПМ, стабилизация. Танк переделали, очень офигенный получился. Тупо классный. Брони, конечно, у этого танка нет. Скорость у него, как для СТ, нормальная, но похуже намного, чем у Леопарда. Танк не прощает ошибки, но очень жестко всех наказывает, если кто-то под вас подставляется. Поэтому учиться на нем играть в самый раз. Я думаю, будет намного приятнее на нем учиться, чем на Т-20. Да и пока вы его выкачаете, уже какие-то основы в ватных СТ-шках будете понимать, поскольку там вся ветка такая. Вот 5 танков, которые я рекомендую сейчас играть. Они просто классные. Плюс-минус у них схожие геймплеи. Они все любят, чтобы вы за ними следили, не ошибались. И в нужный момент они готовы разорвать врага просто своими офигенными пушками в клочья. Следующее, что я порекомендую, играть примерно с 7-8 утра по Москве и до 15 МСК. То есть с утра и днем там примерно уже можно закругляться, вечером и ночью не стоит играть. Это на мой вкус, я вам советую, поскольку у меня получается намного лучше играть утром и днем. Почему так происходит, я не буду гадать, просто так есть и все. Ну и последнее, это сервер. Можно попробовать поиграть на 10 сервере, если у вас там не лагает, небольшой пинг и нету потери пакетов. Да, там команды играют более мягко, они такие более вялые. Чуточку меньше там арты, может вы особо не заметите, но там чуть-чуть меньше. В целом, если вы приносите пользу команде и знаете, как побеждать, что делать, то на 10 серваке довольно-таки легко играть. Ну а в целом можно особо не париться насчет сервака, главное играть утром и днем. Вот мои советы для вас, чтобы играть сейчас хорошо, офигенно, получать удовольствие. Ну и в принципе на этих танках вполне можно учиться играть. Да и очень приятно на них статку поднимать. Что по модулям на эти танки? Да просто досылатель-стабилизатор на все танки на эти подходит, а третий модуль зависит уже от вашего экипажа. Если экипаж плохой, ставьте просветленку. Экипаж хороший, ставьте вентиляцию плюс допаек. Вот в принципе и все.
Ну а про скилл, как его развивать, что делать, и что на самом деле такое чистый скилл, без всяких таких вот уловок, про которые я вам рассказал в этом видео, поговорим отдельно. С вами был Варчик, играть красиво, пока. So distant when you're home, always hanging by your phone.